Состояние здоровья в наших странах, центральноазиатских, в нашем регионе постепенно улучшается, конечно. По показателям здоровья мы очень далеки еще от развитых стран. Вот неинфекционные заболевания, которые связаны с питанием, служат причиной около 80% всех смертей в нашем регионе. Это громадные цифры. В состав премиксов входит железо, цинк и 4 витамина. Это витамин В1, В2, фолиевая кислота и никотиновая кислота. То есть это те микропищевые вещества, дефицит которых наиболее широко распространен в нашем регионе. Мы стараемся следовать сбалансированному питанию, потому что дети занимаются спортом, и необходимо, чтобы было больше витаминов. Мы стараемся брать муку вот с таким знаком. Это знак качества, который означает, что мука обогащена витаминами и минералами. Я начинаю, когда беру, мне не важно, какая фирма, я начинаю искать вот этот самый значок качества. Так, вот он, видите? Здесь он есть. Вот.